когда уже столько лет вместе, хотя, в общем, немного, во всех вопросах получается, что ты играешь с человеком в четыре руки, что не надо напоминать, не надо просить, ему с полуслова, с первого, вот, с первой секунды абсолютно все понятно, что нужно, что не нужно, что сделать и как помочь. Как вот своим рукам не дается команды, там, сделай то-то или сделай вот это, а просто они как вот подчиняются сигналам мозга, точно так же вот уже получилось, что за вот эти вот 6 лет совместной жизни мы уже видели и вот без просьб как-то вот включались в такую вот помощь друг другу. Наташ, так можно порезаться, а можно наступить на комарика, и комарик тогда укусит. Что комарик? Надо надеть ботиночки, что комарик укусит. Давай покажем, какая Наташа родилась. Покажем, какая Наташа родилась. В 2011 году я познакомилась с удивительной монахиней, матушкой Адрианой Малышевой. Она была разведчицей Великую Отечественную войну, прошла всю войну в штабе Рокоссовского. Один из таких очень тяжелых моментов в жизни матушки Адрианы – это было то, что ее очень не любила ее родная мама. Мама хотела мальчика, а родилась девочка Наташа. И в какой-то момент, когда мне матушка Адриана снова и снова со слезами это рассказывала, я поняла, что вот ну просто очень нужна девочка, Наташа, которую бы все очень-очень любили. Ты же не морж? Ты морж? Ты смотри, ты вся облилась уже. С самого начала, еще даже до знакомства с Толиком, я всегда была уверена, что вот, значит, у меня будет много детей, ну минимум 5. И вот 5 лет нашего брака детей у нас не было. Я относилась, в общем, к этому, ну, достаточно спокойно, потому что мне казалось, что, ну, хорошо, но, может быть, нет воли Божьей. Я поставила себе точку, что такой дедлайн, август 2013 года, что уже надо, видимо, успокоиться с этим и кого-то усыновлять. У нас были имена для мальчиков запланированы, а с девочкой, ну, вот никак не могли мы найти такого имени, которое бы нам нравилось. Я у него спросила, а как вот ты смотришь на то, что если вдруг у нас когда-нибудь родится девочка, то назвать ее Наташей в честь матушки Адрианы. Толику идея понравилась, матушке Адриане эта идея тоже очень понравилась. И Наташа родилась ровно 13 месяцев спустя, день в день, спустя кончины матушки Адрианы. Вот матушка ушла 4 февраля 2012 года, Наташа родилась 4 марта 2013 года. Когда Наташа родилась, Толик ее звал только Малышовая или Малышастая. Вот прям у нее такое было прозвище. Мы даже шутили, что она думает, что ее зовут не Наташа, а Малышовая. И где-то, когда Наташа уже исполнилось 3 месяца, вдруг моя мама заметила, что, а вы же понимаете вообще, что фамилия матушки Адрианы Малышева, а вы Наташку свою зовете Малышастая и Малышовая. Наташ, я про папу рассказываю. Про папу ты тоже слушай. Ты всю эту историю не знаешь. Анатолий пришел в храм благодаря Анне. Они в интернете стали переписываться. Вот он занимался проблемой благотворительности. И вот Анна тоже хотела так активно помогать. При первой встрече как-то он мне, в общем, не очень понравился. Ну, и я решила, что, наверное, надо как-то эту историю завершать и общаться поменьше. В смысле личных, живых отношений
Толя, конечно, такой человек, можно сказать, ломавший стереотипы. Вот, при том, что он человек очень спокойный и уравновешенный, при этом он ломал стереотип. Анатолий проявил очень хороший вкус, просто большой молодец. И сделал совершенно правильный выбор. Но только свой выбор он сделал гораздо раньше, чем его сделала Анна. И он от этого очень страдал. Очень страдал. Главным образом мне не понравилось то, что я-то думала, что Анатолий такой церковный, воцерковленный человек, а, собственно, как же с другими-то молодыми людьми знакомиться, православным девушкам. А оказалось, что в храме он вот в ту нашу встречу был первый раз. Он страдает от того, что вот проблема не разрешается, но никуда на сторону не уходит. Это же замечательно. Вот проявляет такую верность, такую целеустремленность. Вот когда я это почувствовал, я тогда Анечке сказал, что было. Ну уж я не помню, что я сказал, но вот нечто подобное я выразил. И вот ее мама была за. Я решила, что ну не могут два умных человека, мой духовник и моя мама, одновременно так сильно ошибаться. Ну и, видимо, как-то надо соглашаться. Был у него такой интересный случай, когда он проходил собеседование на одну очень такую высокопоставленную важную работу. Во время беседы с психологом ему был задан вопрос, а что вы думаете, есть ли Бог? И Толик тогда ответил на этот вопрос утвердительно, что да, он верит в то, что Бог есть. То собеседование Толик не прошел. Ну вот, спустя несколько лет он крестился, но дальше вот было действительно для него достаточно трудно. Много лет он как-то собирался в храм прийти, но вот он рассказывает, что после крещения зайти как-то не мог, что-то внутри не пускало, не получалось. И вот он только подкладывал денежку в церковные кружки, которые висели на стенах храмов, а зайти сам не мог. У меня еще, значит, очень сильно в Толике поражало, это то, что ну, вот нас роднило, кроме правмира, еще то, что он был владельцем компании, владельцем бизнеса. Вот сначала он был довольно-таки крупный, ну, крупная, большая компания. Да, какая-то интернетная фирма. Я знаю, что вот он занимался современными какими-то информационными технологиями. Ну, он нашел себе применение вот в сфере современных электронных технологий и связанных с интернетом. Он хотел, чтобы православие как можно больше присутствовало в пространстве интернета. Это мы говорим о времени, когда даже, наверное, еще и правмир-то, скорее всего, не появился. Он обращался ко многим людям с тем, чтобы они проявили инициативу и создали свои сайты. Причем Анатолий взял на себя и организационные всякие проблемы. То есть он сайты эти регистрировал, платил за доменное имя. Кроме того, он поддерживал хостинг. И, насколько я понимаю, я был не единственным. А таких сайтов было десятки, если даже не многие сотни. Это были какие-то или сайты приходов, или какие-то молодежные организации или благотворительные организации, которые в то время появлялись. Анатолий, он сделал очень много. Он был действительно настоящим миссионером. Он относился к числу людей, которые, еще будучи как бы на пути или к храму, или еще, вот так сказать, занимаясь своей светской деятельностью, были по сути, куда большими христианами, чем очень многие, которые в течение ряда лет входят в храм. Пока у него на ферме все шло хорошо, это было еще до нашей свадьбы, при хорошем финансовом состоянии выработалась такая привычка, что он может хорошо, часто и так вот ощутимо помогать другим людям. Что вот он читает где-то о какой-то проблеме, и он может ну, сразу взять и помочь ее решить. Когда он выходил из бизнеса, он пристроил всех своих людей.
он заботился о том, чтобы каждый человек, который работал у него, и которого он уже больше не сможет поддерживать, чтобы он нашел другое место работы. Убедился, что, значит, все хорошо с ними, что они там обеспечены работой, и мало того, многим дал там какие-то там денежные, значит, компенсации. То есть забота о людях, не о деньгах, а о людях. Процесс его воцерковления, я бы сказал, протекал достаточно незаметно, потому что у него не было никаких особых таких проблем, потрясений, перестроек. Есть такое понятие неофитство, когда человек, вдруг обретая веру, начинает все видеть по-другому и всех этой вере учить. Вот. И все он понимает, что представляет, вернее, что он знает все лучше всех остальных. Вот. У Толи такого совершенно не было. Он пришел к вере настолько гармонично, настолько естественно. Бывает такое, когда человек вот очень как-то плавно и быстро восходит в вере, продвигается, и кажется, что он вот здесь, в этом состоянии родился. Он оставался самим собой, очень много читал, возрастал духовно. Было удивительно совершенно, что вот я была, есть гуманитарий, филолог, человек, который должен хорошо знать и разбираться в литературе, а читал, конечно, у нас в доме исключительно Толя. У него буквально книга уходила за книгой. Ты читала Гоголя «В жизни замечательных людей»? Обязательно почитай, замечательно. Как он переживал всю биографию Пушкина, пока читал его жизнеописание тоже в серии ЖЗЛ. И вот он читал все свободное и несвободное время в метро, по-моему, даже на ходу, то есть с такой колоссальной скоростью. Это постоянная жажда к жизни, к новым знаниям, к чему-то еще пока неизвестному для него. Это был для него такой стержень жизни последних лет. Он человек, в котором вот было заложено стремление к росту. За любое дело, которое он брался, он его делал с душой, ответственно, серьезно и вот эффективно. Его отношение к жизни было творческим. Малышастые, малышовые, малышастые. Очень важным для Толика был еще, конечно, образ и образ действий его отца. Он очень часто его как цитировал, повторял. У нас очень забавно состоялось знакомство с Евгением Анатольевичем. Когда мы вот первый раз меня привезли знакомить с родителями, он сделал такое очень строгое лицо и сказал: «Так, Аня, запомни, у нас в семье, значит, вот есть два очень важных правила. Их нельзя нарушать. Первое правило – жена мужа слушает, но не слушается. А второе правило – это, значит, мыть посуду и пылесосить квартиру в семье должен муж». Вот. И потом, тогда же на первой встрече, он сказал, что вот тоже есть прям такое вот семейная традиция, что Даниловы не разводятся. Они очень часто бывали в некой такой противофазе. Аня более эмоционально, а Толя ее успокаивал. И все это вместе очень трогательно было смотреть на такое вот сочетание очень друг друга любящих людей с разными темпераментами, но умеющих друг друга, значит, компенсировать. Название «Правмир», «Православие и мир» придумал Толик как раз, когда он понял, что нужен вот такой вот миссионерский сайт. «Правмир» первые свои 5-6 лет существования работал вообще без денег, то есть все, что делалось, это делалось только на личные средства Анатолия и на небольшие пожертвования наших читателей. Но вот тогда их хватало в лучшем случае на несколько гонораров за тексты. Работали мы действительно везде.
и в отпуске, и в путешествиях, и в поезде. Работали мы в свободное от основной работы время, то есть вот для меня, особенно до замужества, рабочее время начиналось где-то часов в 10-11 вечера и продолжалось до 4 утра. Его вклад в правмир огромный, потому что не будь его инициативы, не будь его энергии, не будь его постоянной работы, очень трудной, которая требует масса сил после вот той работы, которая была для него обязательной. Конечно, либо правмира бы вообще бы не было, либо он был бы совсем другим. В личных мероприятиях выступала Аня, Толя сидел в сторонке, фотографировал, но дома, но в каких-то живых беседах там, конечно, было немножко по-другому. Я всегда была таким хорошим исполнителем, понимала, что, где, как это можно реализовать, а все темы, идеи возникали у него. Постоянно во всех наших поездках он горел тем, что надо, так, давай сходим в этот храм и попробуем взять какое-нибудь интервью. Смотри, вот это вот будет отличная идея для фоторепортажа. Помню, как в 2010 году мы просто после воскресной службы решили, а надо поехать к отцу Василию Брилеву. Это один из последних был священников, которые прошли всю Великую Отечественную войну. И вот мы поехали к нему как-то очень долго. Сначала надо было на электричке, потом на машине, потом там мы потерялись, потом пошел дождь. И вот, наконец, мы под звуки грозы оказались в этом храме, и пришел батюшка, и так он с нами интересно как-то вот поговорил. И такая это была удивительная совершенно встреча, что все вот эти трудности стали потом частью такого прекрасного воспоминания. И вот это вот какая-то такая легкость на подъем, которая всегда была у Толика, его вот это умение никогда не сомневаться, когда делаешь хорошее дело. Вот я его всегда спрашивала, а можно вот там то-то сделать, а можно, например, там сюда деньги потратить, а как он отнесется вот к этому, а не будет ли это вот уже лишним и чересчур. Он всегда очень уверенно говорил, даже не думай, делай, конечно, там смелее, быстрее. Довольно энергичные такие. Наташа! Ну все, все. Покажись, из-за чайника вылези. Когда появилась Наташа, Толик вот с нами в роддоме был с первого дня. Насколько же он был счастлив. Все время мне, например, вечером говорил, что вот едешь в метро, устал уже, невозможно, сил никаких нет, а вспомнишь, что дома Малышовая, и вот сразу хочется улыбаться. Посмотри, ты записываешь, смотри, что показывает. Смотри, как показывает. Хочу кушать, говорит. Кушать? Где вот это вот, скажи? Ты видел? Папа в ванной. Да, и папа тебя и в ванной купал, да, Наташа? Да, папа? И на ручках тоже. Рыбки, скажи, за попу тоже не кусают. И медузы не водятся, самое главное здесь. Знаешь? Да вот этот вот последний год жизни Толика, беременность, роды и первые полгода воспитания Наташи стали какими-то совершенно идеальными для нашей семьи. Вот настолько у нас было в это время чувство абсолютно полного взаимопонимания, поддержки и такой вот радости от того, что вот с нами что-то происходит совершенно главное, очень важное и очень нужное. Вершиной и счастьем своей жизни считал свою семью. Это безусловно. Это он прямо говорил, что вот это самое большое, что есть у меня. Ну, такая она симпатичная. Особо проблем никаких не создает. Симпатичная. Малыша. Ее ребенка. Всю эту неделю я жила только ею. Вот, приехала проведать прабабушку. Умница. Легла, глаза закрою, и почему-то ее головка переживала. О, как? Головка, глаз. А ведь можно еще стать прабабушкой. Ты скажешь. А чего? Незаметно подрастет. Вот именно. Хлоп, выдадим ее замуж.
когда уже столько лет вместе, хотя, в общем, немного, во всех вопросах получается, что ты играешь с человеком в четыре руки, что не надо напоминать, не надо просить, ему с полуслова, с первого, вот, с первой секунды абсолютно все понятно, что нужно, что не нужно, что сделать и как помочь. Теперь нету человека, который был всем. Был одновременно лучшим другом, был мужем, был отцом ребенка, был и начальником одновременно, и самым лучшим понимающим коллегой, и так далее, и так далее. Но вот что произошла вот эта вот потеря, что у тебя отняли, вот, отняли руку, провели по самому живому, и теперь еще говорят, а ты продолжай дальше играть вот в четыре руки. И вот это вот, конечно, одно из самых таких трудных моментов вот, и по сей день, но вот и первого года после потери особенно. И у Господа нету мертвых, у Господа все живы, так что Он и общается с ними, только вот не по-прежнему, не так, как вот хотелось бы. Но, несомненно, это общение продолжается. Наташ, кто вот это? Папка. Папка? А вот это? Ну, мамка. А вот это? Наташка. Вот, в парке гуляет с папой. Главный, вот этот вот портрет, с которым мы обязательно после молитвенного правила как-то вот разговариваем с папой, рассказываем, как день прошел, если получается. Наташа, иди сюда, что покажу тебе. Дай мне папку. Кто это, Наташа? Я Наташа. А еще кто? Иго-го! Иго-го! Толик, Наташа, включал в основном взрослую музыку, классическую музыку и какие-то такие взрослые, скажем так, песни. И вот «Под небом голубым здесь город золотой» была одной из главных колыбельных песен Наташи. Пусть Наташенька чего-то может не знать и не помнить, но вот та любовь, которой вот папа ее окружал с первых ее дней, вот та ласка и нежность, которую он ей давал, безусловно, самым благотворным образом уже вот проявляются и сказываются на этой девочке. Я хочу... Папе, мам. Папе хочешь? Да. Ну вот папа. Пап, возьми меня на ручки. Возьми на ручки, да? Да. Чики, маленькие. Глазки такие закрытые, закрытые. Они такие маленькие, спрятались тут вот так. До свидания. До свидания. Включайте, пожалуйста. Тоже такая последняя смс-ка, которая в моем телефоне от него осталась. Помолись, все будет хорошо. И смс-ка отцу Александру. Поедем еще батюшку, даст Бог, есть еще места. Вот такие вот смс-ки остались последними в нашей переписке. Практически такие вот последние слова. Это потрясение, это горе, это, ну вот как она хорошо говорит, ампутация. Вот ее не деморализовали, а наоборот способствовали тому, что она мобилизовалась и, конечно, духовно укрепилась и выросла, и вот для которой ее ушедший муж – это вот не вот безвозвратная потеря, а, конечно, тяжелейшая разлука, но она живет в сознании того, что вот он рядом. Наташ, тебе снился папа? Да. А что папа делал? Был
Доброе утро тебе сказал? Да. Вот. Я тебя люблю. Запомни это. И всегда помни об этом.